В Актобе завершился летний музыкальный фестиваль «Под открытым небом». Больше месяца артисты областной филармонии по выходным радовали жителей и гостей города своим талантом. В общей сложности в рамках фестиваля состоялось 8 мероприятий. Самые запоминающиеся – песенные конкурсы и театральный мюзикл. В пятницу сцена перед Центром искусств погрузилась в сумерки. Именно темнота – главная декорация мюзикла «Цыганская серенада». Известная с прошлого года актюбинскому зрителю постановка будто переродилась под открытым небом. Этот мюзикл наш артист играет уже второй год подряд. Было больше 10 выступлений, но все же были сложности. Меняли мизансцены, сценарий практически переписали, подгоняли звук. Весь труд был оправдан, зрители проводили актеров с овациями. Мы были воодушевлены. До начала мюзикла в течение получаса проходил концерт песен Шамши Калдаякова. А вот в субботу артисты филармонии поставили финальный концерт. Уже вошедший в традицию фестиваль Актобе Music Fest 2022 попрощался с зрителем до следующего года. В рамках фестиваля прошло 8 мероприятий. Самые масштабные из них – 2 вокальных конкурса международного и республиканского уровня. Остальные концерты наших творческих коллективов, таких как Народный оркестр имени Ахмеда Жубанова, Каменный оркестр, Казанский каменный хор, проходили концерты «Ночь оркестра», «Ночь классики», «Ночь хоровой музыки» и «Ночь романса знаменитых песен», «Ночь саундтрека». Концерты под открытым небом особо полюбились актюбинцам. Зрители признались, что культурные вечера стали для них приятным способом провести досуг. Атмосфера праздничная, сцена бесподобная. Я говорю, не надо нам гастролеров, у нас своих талантов полно. Например, наш оркестр казахских народных инструментов играет классику. Классику. Моцарт, пожалуйста. Чайковский, пожалуйста. Штраус. Благодарим за то, что вы для нас вот такой красоты. Я с удовольствием хожу. Моя подружка, она все время мне место занимает. Первая приходит. Как часто ходите? Все время ходим постоянно. Очень замечательно. Нигде, по-моему, в Казахстане нет. Только в Актобе. Это очень замечательно. Слов нет. Большое спасибо. Из-за субботнего ливня программу выступлений поменяли прямо перед финальным концертом. Творческий микс артистов филармонии пришелся по душе всем зрителям фестиваля. Инкара Карашаева, Замасауханов, телеканал Актобе.